В Асбесте состоялось открытие общественной приемной депутата Законодательного собрания Свердловской области Владимира Власова. Подробнее о том, как работает приемная, расскажем прямо сейчас. Общественная приемная депутата Законодательного собрания Свердловской области Владимира Власова на днях открылась на первом этаже в здании по адресу улица Мира, 4/3. Сегодня здесь первый рабочий день. Организация общественной приемной – это было мое обязательство. Я обещал своим избирателям о том, что такой депутатский центр будет работать. Вот сегодня, с 24 июля, он открывается здесь, в Асбесте. Здесь будут работать на общественных началах мои помощники. Ну и сам я буду планировать, может быть, там раз в полтора-два месяца, может быть, чаще, тоже проводить здесь прием в центре избирательного округа. Обратиться за помощью в общественную приемную Владимира Власова по любым вопросам будут иметь возможность избиратели города Асбеста, поселков Малышево и Рефтинский, а также из Сухого Лога и Рижа. Я надеюсь на обратную связь, я надеюсь на взаимодействие, и я думаю, такая форма работы, ну, поможет людям решать какие-то злободневные проблемы. Я намерен прикладывать усилия для того, чтобы искать пути по их решению. Кроме того, я хочу таким примером обратиться и к органам местного самоуправления, чтобы они активнее использовали и горячие телефоны, и электронную почту, чтобы можно было задать и ответить вопросы, и как можно больше непосредственно работали с избирателями. Я вижу, что это одна из задач власти всех уровней, в том числе и депутатов. Приемная депутата Законодательного собрания Свердловской области Владимира Власова будет работать два раза в неделю, в понедельник и четверг, с 15 до 18 часов. Также можно обратиться по телефонам 6 7020 и 8 992 015 49 80. Кроме того, для удобства горожан задать интересующий вопрос можно через электронную почту. Анастасия Самарина, Владимир Денисов, Новости АТВ.